Друзья, всем привет! Сегодня покажу вам, как можно сделать полезную самоделку из остатков ОСП или фанеры. Самоделка подойдет всем, кто так или иначе имеет отношение к строительству. Я заранее на картоне вырезал шаблоны для будущей самоделки. И если кому-то понадобятся размеры, то пишите в комментариях к этому видео, и я вам постараюсь помочь. Ну, я продолжу делать самоделку, а вам желаю приятного просмотра.
Для тех, кто еще не понял, что это получается, я отвечу. Получается захват для транспортировки строительных плит или переноска листовых материалов. В моем случае это ОСП. Подобная штука в магазине стоит порядка 6 тысяч рублей, а мне она обошлась в 30 рублей, которые я потратил на болты. Напишите в комментариях, как вам такая самоделка? На этом на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео. Желаю всем хорошего настроения. Всем пока.